что, например, газы всякие вредные проходили через эти фильтры, очищались и становились безвредными для среды. Скажи, это можно отнести к зеленой химии? Или это полностью оптимизировать производство надо? Этого фильтра недостаточно? Ну, в принципе, в зависимости от производства, но зеленая химия очень плотно связано, в принципе, с промышленностью. Ну, как бы, если там у нас есть какой-то огромный там процесс из 30 стадий, и только на одном ты будешь улавливать вот эти вот вредные газы вот этим вот фильтром, то это не особо тебе поможет. В принципе, зеленая химия, они, то есть говорят, что, в принципе, производство должно быть безвредным, или можно сделать... Максимально безвредным. Сделать какие-то отходы, а потом тут же их обезвредить быстренько. Нет. Производство самого нам нужно рассмотреть, как зеленая химия. Ну, из зерна, из сахара. Да. У меня внезапный вопрос, я вот понял, а как продукты сжигания нефтепродуктов влияют на озоновый слой? Ну, якобы возникает парниковый эффект, и в принципе, из-за того, что мы перерабатываем. Они же не разрушают озоновый слой. Ну, хорошо. А есть ли в Украине производства, которые основаны на принципах зеленой химии? Ну, чтобы так глобально, ну, я, например, пока не знаю. Если ты подскажешь, что в мире, я думаю, ну, начинают это внедрять, по крайней мере. Законодательно уже в 90-х начали и в США, и в Европе заставлять. Ну, заставлять, но еще же не все перешли на это. Ну да, потому что это сразу нужно все переработать. А насколько дорогой переходный зеленый технологии или часть цикла? В среднем сегодня 2, 4, 10, ну не цикл, а абсолютно. Ну, нужно переработать в принципе все. То есть от того, чтобы переучить, заставить работников думать иначе, до того, чтобы, в принципе, переработать все вот эти вот стадии. Но я думаю, что сейчас потребуется, ну как, требуется единожды крупное капиталовложение, а потом это должно окупиться. Не, ну имеется в виду именно не переучивание, а дорогостоимость сырья, которое... То есть, если они какие-то отдельные этапы начнут переделать элементы? Ну, это будет дешевле. Должно быть дешевле. Почему мы не могли бы использовать раньше, если он будет дешевле? Придумали в начале, да, в начале же начали использовать по какой-то одной технике, ну, как бы, когда это открыли, в принципе, даже могли не задумываться, что вот там это вредно, потом там это уже укоренилось, и если там уже какие-то там 50 лет все делают по накатанной, то теперь начать вдруг резко использовать что-то иначе, это тоже довольно сложно.